когда надо платить большие штрафы, принимаются довольно, как сказать, довольно простые решения. Вот есть навоз, это наши деньги, так сказать. Так что выбросим навоз, будет у нас немножко денежек. Надо нам прицепчика 3 продать, сможем выплатить штрафы, жить спокойно. Потому что придут еще, трактор заберут, собаку заберут, жену заберут, сына заберут. За день вот выбросил 4 тонны практически. Сейчас еще добросаю. Вот. Уже устал. Все брошу. Но надо выплатить штраф. Бренка подсматривает в окошко. Там очень много у нас уже навоза плюс скопилось. Надо опилочки набрасывать. А выше набрасывать уже некуда. И так уже коровы ходят, в окно смотрят. Метр навоза. Так что сейчас вот закончим с этим, да пойду уже лежать. Потому что надоело, надоело работать. Плюс накачаюсь. Уже это. Буду готов к пляжному сезону в этом году. Так что все девки берегитесь, жена уже будет тут ревновать, ходить постоянно. Так что я и так жена меня уже Халком называет. Я за зиму накачался, то сено ношу, то силос, то еще что-нибудь. Так что все. Скоро у нас будет. Схожу в тренажерный зал. Покажу вам, насколько сильно я накачался. Сделаю жим лежа. Становую тягу сделаю какую. Приседать не буду, а то еще жопа разорвется моя нежная. Вот. Так что следующее видео я уже буду в тренажерном зале жать штангу, а не навоз кидать. Вот. Специально для вас запишу видос, схожу. 4 года я уже не занимаюсь тяжелым спортом, так сказать. В тренажерном зале не занимаюсь. Как завел коров, так и перестал. Потому что необходимость отпала при том, как я завел коров. Так что, люди, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируем видео. Я обязательно схожу в тренажерный зал, выжму больше сотки и скажу, что еще 4 года моей ноги там больше не будет. Все, всем пока!